Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодняшнее видео хочу посвятить жилетам. Собралась я вязать и немного хочу показать вам. Сейчас, да, в последнее время вещь очень актуальная. Вот, как большие размеры оверсайз, так и коротенькие, маленькие жилеты. Вот, я за основу как бы взяла модели Zara. Ну, они по сути везде перекликаются, то есть сам принцип, как бы основываясь на Zara, а по сути вы можете варьировать это все на свое усмотрение. Вот такой вот классический обычный жилет, да, связан он, конечно, машинная вязка, английская резинка, V-образный вырез. Как правило, они все носятся на рубашку сейчас. И по мне это очень стильно, удобно, комфортно. Такой вот, видите, классика. Ничего на нем нет, но при том очень симпатично. Вот такой вот тоже оверсайз жилет. На, ну, по сути, в принципе, такой же, как и тот, только со застежкой и карманами. И подлиннее. Выполнен такой же вязкой. V-образный вырез, карманы. Отличная вещь, как по мне. Прямо отличная. Вот он, видите? То, что я назвала в прошлом видео бабским жилетом, оказалось очень стильной вещью. И вы же мне и подсказали. Вот. Вот этот вот хочу вам показать. Смотрите, с рюшами. Конечно же, вязать мы его не будем, но как идея, он, конечно, заслуживает внимания нашего, да? Ну, вот он такой интересный, конечно. Хотя, может быть, пишите, как вы относитесь к таким, как бы, смелым вещам. Достаточно интересно, но, конечно, молодежь оденет все, они молодцы. Вот еще одна интересная вещица. Ну, по сути, это топ, а не жилет. Но, наверное, я все-таки отнесу его к жилетам. И он с рюшиком. Сейчас покажу. Пряжа похожа на и рюш внизу. Кстати, обещала вам сделать мастер-класс, как сделать этот рюшик. А здесь одинарный. То есть он не двойной. А как же так? Я сзади видела двойной. Нет, одинарный все-таки рюш. Да, один-один он. Ой, смотрите, какая интересная. Довольно необычно. Нестандартно. Как же сбоку-то здесь сделано? А ну, покажите нам. Во, блин, непонятно, как... Блин, не показали. Эта вещица интересная, да? Вот смотрите, есть там какие-то перемычки или это просто накидка такая? Вот как думаете? Вот еще один. Ну, в общем, что, какой я вывод делаю? Zara нам предлагает оверсайз такие жилеты. Может, все-таки мы его свяжем? Еще посмотрю сейчас H&M. С карманом, с застежками, длинный. Хотя я бы такой с удовольствием носила. Что вы скажете мне на это? Так, H&M нам предлагает почти то же самое. Ну вот жилет с воротником. Вот она в нем двигается. Тоже оверсайз жилет. Разрезы, спиночка подлиннее переда. Ну такой вот простой тоже. Симпатичный. Вот следующий. Вот, девчонки, сделала я вывод. Этот, конечно, с узором красивым, но все оверсайз. В общем, балахон, жилет-балахон, я так назову. Хотя это неплохо, я не говорю, что это плохо, я сама очень люблю такие вещи. Вот я хотела посмотреть, видите, смотрю вместе с вами.
Посмотрела у Кучинели, у него жилетов нет. Вернее, есть там парочка, но для нас не актуально. Вот. Так что фаворитом у меня остается Зара. Вот с таким вот жилетом. Вот с этим вот жилетом. А может и нет. В общем, я в замешательстве. То ли вязать такой большой оверсайз, то ли такой покороче. Или вот типа такой, девчонки. Вот что вы мне скажете? Вот какую бы мы связали же? Я вот хотела типа такой, но немного не такую. Лицевой гладью, конечно, потому что это вязка для машинного вязания. Вот, ну в таком стиле, с V-образным вырезом. Вот. Вот примерно вот так вот. Покороче я, конечно, хотела. Вот напишите мне свое мнение. Или сделаем вот эту длинную с карманами, с застежкой. Конечно, хотела вот такую вот под джинсы на зиму. Под рубашку или под водолазку ее носить. Ну, в принципе, с застежкой тоже ее можно носить и под рубашку, и под водолазку. Это, в принципе, не в этом дело. Вот. Или вообще она не нужна, девчонки. Напишите мне, что вы об этом думаете. Ну, я думаю, все. Хватит на сегодня. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.